Приветствую вас. Вы просите помочь вам. Мне бы хотелось, чтобы вы сказали, как помочь. То есть, если вы задаете свой вопрос в раздел эзотерика, то вам его нужно будет перенести туда, если вы задаете свой вопрос в раздел эзотерики. А если вы задаете свой вопрос психологам, то, соответственно, я думаю, что для психологов вы, ну, достаточно мало предоставили информации о себе, вот, то есть надо бы побольше, да, то есть что случилось с вами или между вами с мужем, что он перестал хотеть вернуться, ну, возвращаться, точнее, домой. Но что случилось между вами? Это вот нужно анализировать как-то, да? Вот. Потому что иначе просто будет не понять, что между вами происходит, что с вами творится. Вот. То, что вы описываете, выглядит очень сильно, как, знаете, как перенос ответственности определенную. То есть проблема есть, да, вы решать ее не хотите сейчас, да? То есть вот именно проблема отношений. Вам проще думать, что это у мужа какие-то сложности. Вам проще думать, что это у мужа какие-то проблемы. Вам проще думать так. Вот. Чем, например, посмотреть на себя, допустим, подумать о том, что делаете вы, какая у вас позиция, вот, как вы себя ведете по отношению к мужу, что вы делаете для того, чтобы ему хотелось вернуться домой, или вы считаете, что он должен возвращаться домой только, значит, ну, только из-за ребенка. Ну, нет, это не так.
Конечно. Вот, это безусловно не так. То есть мужчина не может и не должен возвращаться только из-за ребенка, да? Ему должно быть в общем и целом хорошо дома. Ему должно быть приятно дома. Вот. Атмосфера в доме, ну, должна быть хорошей, да, вот, понимаете? А если у вас есть проблемы дома, то, соответственно, ему не хочется возвращаться. Вот. Поэтому я думаю, что было бы очень здорово, если бы вы вот на эту тему обратили внимание, на этот вопрос, если бы вы обратили внимание на себя, обратили бы внимание. То есть, что могу сделать лично я для того, чтобы мой мужчина, да, хотел возвращаться домой. И уже потом, после этого, да, можно говорить о том, что кто-то с ним что-то сделал. Вот. Причем, заметьте, что я не говорю о том, да, вот обязательно, не говорю о том, что с ним ничего не сделали. Я не знаю. Но поскольку вы обратились к психологам, да, то, соответственно, и ответ на ваш вопрос будет такой. Вот. То есть нужно проанализировать, нужно со всем разобраться и уже как раз вот, если разобраться с тем, значит, что происходит между вами, если посмотреть, что происходит между вами конкретно, да, вот, ну, соответственно, можно будет в таком случае уже о чем-то говорить, вот, понимаете, то есть можно будет давать какие-то рекомендации вам, вот, я думаю так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас дополнительные вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я вам желаю всего самого доброго и удачи!